Шрила Прабхупада всегда хотела, чтобы в ИСККОН было много настоящих и глубоких преданных. А глубина мудрости приходит от изучения книг Шрилы Прабхупады. В противном случае получится, что преданные будут похожи на автомобиль, который красиво покрашен, в нем красивые сиденья, но в нем нет двигателя. И такая машина — это не очень хорошая машина. Так что нам нужны настоящие, наполненные мудростью преданные, а не просто, что у него есть курта за 150 рупий, тхоти за 300 рупий, кантимала за 40 рупий и тилака за 10 рупий. Итого 500 рупий. 500 рупий, приходите, становитесь преданными. Всего за 500 рупий. И это внешнее покрытие. Таким преданным стать очень легко, но чтобы стать по-настоящему мудрым и зрелым преданным, необходимо пройти через процесс чтения книг Шрилы Прабхупады. Если у вас есть железный шар, покрытый краской золотого цвета, то да, это вроде как бы золотой шар, но во время сезона дождей вся эта краска просто смоется. Точно так же, когда мы попадаем в трудные времена, то если мы просто одеты в мишуру, тхоти, курта, тилаки, кантималы, все это просто смывается. Но если вы металлургическим процессом превращаете железо в золото, а для этого нужно его нагревать и бить по нему молотком, а это то, что нужно делать. И это произойдет, если постоянно читать книги Шрилы Прабхупады, то тогда железо превратится в золото. И это лучше, чем просто иметь какое-то внешнее покрытие одежды преданного всего за 500 рупий. 150 рупий это, 300 то, 40 это, 10 то и Хариба! Нет, это не преданный. Мы должны стать преданными по нашему внутреннему содержанию. И именно этого хотел Шрила Прабхупада. Он сказал, что если все преданные в движении сознания Кришны станут Мадхьяма Адхикари, то они завоюют мир за 18 дней. А стать Мадхьяма Адхикари — это очень возвышенная вещь. Итак, Мадхьяма Адхикари хорошо понимает шастры и обладает глубокой верой. То есть можно увидеть, требуется не просто вера, но и знание. Поэтому если преданный культивируют эти вещи, то тогда у нас будут преданные, наполненные мудростью. Мы будем счастливы друг с другом, и тогда нас будет не остановить. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама.